На время городской пресс-центр превратился в концертный зал. Журналисты оторвались от работы и наслаждались танцами и музыкой. «Калинка» в исполнении Олега Мачина, солиста театра оперы и балета. А еще татарские танцы, грузинские, арабские мотивы, индийские костюмы. За время чемпионата мира Дом дружбы народов республики посетило более 300 гостей. Мы всегда готовы к таким гостям. Ну и сами мы всегда стараемся выехать на площадки спортивных соревнований, потому что каждому приятно увидеть, что здесь живут родные ему люди. И здесь тоже развивается родная культура своего народа. Гральирка, журналист из Германии, в Татарстане второй день. На матчах еще не был, но уже успел посмотреть город и пообщаться с местными жителями. Он неплохо владеет русским. Я живу недалеко от улицы Баумана. Там многие люди всегда поют песни. Это симпатически. Увезет с собой массу впечатлений Хорхе Леон, корреспондент из Колумбии. Работает в Казани уже 12 дней. Написал десятки статей о матчах в России, местных болельщиках и, конечно, о девушках. Мне очень понравилась Казань и люди. Я чувствую себя хорошо, как дома. Женщины очень красивые. Казань в моем сердце. Артистов журналисты еще долго не отпускали. Хотели с ними сфотографироваться и вместе спеть. О том, как дружно живут народы Татарстана, они напишут на весь мир. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.